Здравствуйте, уважаемые дистрибьюторы, уважаемые лидеры компании Greenleaf. Хочу вам сообщить хорошую новость. 14 ноября в городе Ташкент для вашей компании я буду вести тренинг. Я буду говорить о лидерстве, буду говорить, как создавать сильную команду, буду говорить, как находить лидера, как выращивать лидера, буду говорить, как сделать так, чтобы в своем бизнесе вы могли зарабатывать и капитализацию создать, и управлять своими деньгами. Дорогие мои, посещая этот тренинг, у вас появится сильная команда, у вас появятся лидеры. Вы же прекрасно понимаете, что подписать человека одно, а от него воспитать, вырастить лидера совсем другое. Вы научитесь, как удержать команду. Вы научитесь, как взаимоотношения построить с командой, сильные взаимоотношения, чтобы именно был командный дух, именно как от эмоционального мышления прийти к командному мышлению. Эти вещи я буду обучать, чтобы у вас появилась сильная команда, которая состоит от группы лидеров. Добро пожаловать 14 ноября. Увидимся в городе Ташкенте.